Ну а пока подобным водочным агентам сорвать Олимпиаду не удается, в Кремле решили победить в других соревнованиях. Трясись, Европа, и весь цивилизованный мир, участвующий в Олимпиаде. В Кировской области прошел первый чемпионат мира по огуречному хрусту. Очень отличный праздник, попробовали огурцы, очень вкусные. Сейчас будем соревноваться. Да, очень могу. Пойду. Суть соревнования в том, чтобы изо всех сил хрустнуть огурцом в специальный микрофон, который считывает громкость. В этом цирке, простите, чемпионате, приняли участие представители 13 стран. По итогу нахрустел на золотую медаль египтянин Ахмед Салах с результатом 70,9 децибела. Три, два, старт! Аплодисменты нашему первому участнику, зафиксировали его результат. Ну, вы поняли. В общем, достойный турнир. Русским эта ваша Олимпиада не нужна. Сегодня хрустим огурцами, а завтра метаем коровьи лепешки.